Lezione 21. Урок 21. Ascoltate. Слушайте. Quant'era grande Pietro il Grande? Ascoltate le seguenti frasi in cui compaiono espressioni relative all'aspetto fisico di una persona. Piotr I был очень высокого роста. Ей нравятся мужчины высокого роста. Она высокая? Нет, она среднего роста. У нее красивая фигура и стройные ноги. Он невысокого роста, толстый и некрасивый. Мужчинам невысокого роста обычно нравятся высокие девушки. Ему нравятся полные женщины, а мне худые. Вы читали рассказ Чехова «Толстый и тонкий»? У нее были такие тонкие руки. Он низкий человек, я его ненавижу. Глаза — это зеркало души человека. Какого цвета у нее глаза? У нее были красивые глаза зеленого цвета. Какие у вас глаза? Голубые, серые? Карие или черные? Ascoltate adesso i primi versi della famosa canzone russa «Occhi chorni», quindi sentiteli cantati. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Ascoltate. Слушайте. Gli uomini preferiscono le bionde? Ascoltate alcune frasi che si usano per chiedere informazioni sull'aspetto di una persona, per descriverlo e per esprimere gusti e preferenze di tipo estetico. Какого цвета у него волосы? У него светлые волосы. У нее синие глаза и темные волосы. Ему нравятся блондинки, а я предпочитаю брюнеток. У него рыжая борода и рыжие усы. Мне всегда нравились мужчины с седыми волосами. У Маши длинные и кудрявые волосы. У Юли короткие и волнистые волосы. Он отпустил себе длинную бороду. Кто этот мужчина с длинной бородой? У него очаровательная жена. Да,
Она очень привлекательная женщина. Он тоже очень милый и симпатичный человек. Как он выглядит? Это высокий блондин с голубыми глазами. Какой интересный мужчина! Он похож на Марчелло Мастрояни. На кого похожа ваша дочь? Она похожа на своего отца. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Вы похожи, как две капли воды. Ascoltate infine le parole di una canzone russa. Не родись красивой, красота завянет. А родись счастливой, счастье не обманет. Parlate. Говорите. I nani sovietici sono i più alti del mondo. Ascoltate e ripetete le seguenti frasi in cui figura il comparativo semplice, prestando attenzione a come è espresso l'oggetto di paragone. Твой брат выше ростом, чем ты. Нет, мой брат ниже меня. Ваша мама моложе, чем отец? Да, мама моложе отца. У Марины волосы длиннее, чем у тебя? Да, у нее волосы длиннее моих. Ripetendo le seguenti frasi, fate ora attenzione a come si esprime il comparativo composto. На юге лето более жаркое, чем на севере. Я покажу вам места еще более красивые. Сегодня встреча была менее интересной, чем вчера. Ripetete i seguenti mini dialoghi e le singole frasi, cercando di ricordare i due tipi di superlativo composto. Наташа, вы самая красивая девушка в нашем городе. Да? Красивее, чем Вера? Ванечка, какой у тебя папа? Мой папа сильнее всех. Оленька, какая у тебя мама? Она лучше всех. Катя – самый молодой врач в нашей поликлинике. Наш дом находится на самой старой улице города. Советские карлики самые высокие в мире. Ascoltate e ripetete le seguenti battute, tratte da una favola di Pushkin, in cui è adoperato il superlativo composto. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее. Ты прекрасна, спору нет. Но царевна всех милее, всех румяней и белее. Parlate. Говорите. Non mi condizionare. Ascoltate e ripetete i seguenti mini dialoghi in cui compaiono proposizioni subordinate condizionali. Ну что, мы поедем завтра в Суздаль? Конечно, поедем, если будет хорошая погода. Вы пойдете с нами на этот спектакль? Пойдем, если можно будет купить билеты.
Вы ходите в театр? Ходим иногда, если есть свободное время. А в дискотеку они ходили? И в дискотеку ходили, если было хорошее настроение. Ecco infine due frasi in cui compare il modo condizionale nella preposizione principale. Я лечил бы детей, если меня научат. Мы пошли бы в театр, если будут билеты. Parlate. Говорите. Perché? Perché? Ascoltate e ripetete i seguenti dialoghi, prestando la massima attenzione all'intonazione interrogativa. Почему не пришел Виктор? Потому что он заболел. Почему Кристина плачет? Потому что ты разлюбил ее. Почему они смеются? Потому что им весело. А почему им весело? Почему? Потому что почему кончается на «у». Уже 7 часов, а его еще нет. Неужели он не придет? Разве Володя еще не пришел? Нет, не пришел. Странно, он должен был прийти. Разве вы не знали об этом случае? Нет, не знал. Неужели ты мне не веришь? А почему я тебе должен верить? Любите ли вы поэзию? Да, люблю. Долго ли они жили в Москве? Да, долго. Хорошо ли вам у нас? Да, хорошо. Не знаете ли вы, где здесь улица Строителей? К сожалению, не знаю. Конверсационе. Разговор. Кто эта женщина? Какая? Блондинка или брюнетка? Я говорю о брюнетке. По-моему, это наша соседка из 13-й квартиры. Какая привлекательная женщина. Неужели она и вам нравится? А вам она разве не нравится? Женщина как женщина. Посмотрите, какая у нее стройная фигура. Да, видно, что она занималась спортом. А какие у нее красивые волнистые волосы? У меня тоже волнистые волосы. А глаза? Нет. По-моему, она очаровательная женщина. Не понимаю, почему она вам не нравится? Потому что она нравится моему мужу. Ты знаешь? Я стала бабушкой. Неужели? Не может быть. Да, вчера звонил Андрей, и вот какая новость. А кто родился? Мальчик или девочка? Мальчик и девочка, близнецы. Что ты говоришь? И как чувствуют себя молодые родители? Они довольны? Андрей говорит, что он самый счастливый человек на свете.
Да. А на кого похожи? Андрей говорит, что мальчик похож на него, а девочка похожа на маму. Когда ты к ним поедешь? Если все будет хорошо, через неделю. Тест. Тест. Ascolterete ora le cinque frasi che trovate scritte, ma incomplete, nella pagina. Riempite poi gli spazi vuoti con i vocaboli che mancano, sapendo che ad ognuno di essi corrispondono tre trattini. A. Моей подруге 40 лет. Это очень привлекательная женщина. Стройная блондинка с большими серыми глазами. Б. Армандо похож на знаменитого итальянского актера и режиссера Витторио де Сика. Ч. Раньше она была очень симпатичной девушкой. А теперь она стала толстой и некрасивой. Ди. Он прекрасно выглядит. Выше среднего роста, короткие седые волосы, стройная фигура. Э. Юля похожа на отца. У нее темные волнистые волосы и карие глаза.